Здравствуйте, компания Progress Auto. Обзор мини-трактора Inmar UM2200. Такой заднеприводный, длинный, большой и мощный мини-трактор у нас есть. Отправляется в данный момент на продажу в город Екатеринбург. В комплекте с грунтозацепами он у нас будет продаваться. Посмотрите на, соответственно, износ и остаток шин. Протектор просто гигантский, соответственно, никаких проблем относительно полного привода с проходимостью, я уверен, не будет вообще ни в коем случае. И плюс грунтозацепы, опять же, которые смогут протащить все, что угодно. Трехточечное навесное устройство у нас здесь. Максимально простое и надежное. Inmar 140 см фреза с упорными колесами. Ножи практически без износа, то есть они, по факту, они новые. То есть поржали, конечно, из-за того, что краска с них слезла, но тем не менее, по износу они просто новые. Шины также все отлично. По левой стороне трактор также цел. Есть, конечно, некоторые замечания по косметике, к сожалению. К сожалению, краска не очень хорошо в идеале сохранилась. Но тем не менее, трактор полностью функционален, все сохранено остальное, то есть все чеки, все на месте. Коробочка под инструменты даже приехала. Трактор, естественно, двухцилиндровый. Под капотом все так же аккуратно. Все сухо, краска в некоторых местах родная, к сожалению, подоблезла. Но, тем не менее, я думаю, что это не проблема, так как зато хорошо видно, что ничего нигде не течет и никаких проблем нет. Повторюсь, два цилиндра у нас здесь. Такой вот моторчик. По запуску все максимально просто, как и на остальных тракторах, поэтому сейчас быстренько запустим. Чеки загорелись. Чеки у нас загорелись. И аккумулятор сел, блядь. Нет, не сел. Трактор запускается, естественно, чеки. Сразу же тухнут, зарядка есть, масляное давление есть, поэтому такой тракторок прекрасно работает, прекрасно запускается. Приезжайте, компания Progress Auto.